Возьмемся за руки, друзья. Под таким названием в столице Чувашии состоялся республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества. Декоративно-прикладное искусство, вокал и хореография. Конкурс проходил по трем направлениям и в трех возрастных категориях. Конкурс проводится для выявления талантов, чтобы дети уже с детства понимали, что такое дружить друг с другом. Чтобы они сегодня встретились, пообщались и, конечно же, жили уже в дружбе и согласии. Максим Героев с сестренкой Викой – одни из самых маленьких участников конкурса, но заявляют о себе вполне серьезно. Я и так певец. Я ехал в Йошкар-Олу, в Казань и ДК Хузангая. Участвовал в конкурсе. Мы с моей сестренкой сегодня выступим в Ополе Орешино. Я люблю петь, люблю танцевать. И я чувашская, татарская культура. Творческие коллективы представили многонациональную Чувашию во всем ее разнообразии. Народный ансамбль татарской песни «Елкын» представил на суд жюри песню «Туган Авыл». Это песня о нашем родном крае. Как красиво в нашем родном крае. Какой тут чистый воздух. Дипломы и подарки Минкультуры Чувашии получили все участники фестиваля-конкурса детского и юношеского национального творчества. Организованный впервые, конкурс обещает стать традиционным. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.